Друзья мои, всем огромнейший привет! С вами Елена и добро пожаловать на мой канал. Сейчас у нас наступил август месяц, сегодня воскресенье, 2 августа. И настало время снять очередную серию моего ухода, ухода семьи. Добро пожаловать! В этот видеоролик я вас приглашаю. Наливайте чаек, кофеек и давайте начнем. И первое, конечно же, это шампуни. Состоялся у меня вот такой вот шампунь. Это питание и защита цвета с компанией Faberlic. Серия Эксперт. Заканчивается у нас лето, да, а шампунь я так и не могу этот использовать. Поэтому август месяц ставлю в использование. Технология защита от солнца, защита от высоких температур пересушивания, интенсивное питание блеск, ОФ-фильтры для сохранения яркости цвета. Вот то, что мне в принципе и надо. Для всех типов волос здесь у нас 250 миллилитров. Вот такой вот солнечный оранжевый шампунь я ставлю в использование на август месяц. Следующий шампунь — это у меня остается шампунь июля месяца. Как я поняла, этот шампунь еще очень и очень долго будет, так как это шампунь скраб. Его очень часто нельзя, он для глубокого очищения волос и кожи головы. Действительно, скраб, там скрабирующие частички присутствуют. Это у нас технология именно кристальное очищение. Глубоко очищает кожу головы, способствует укреплению волос и содержит кристаллы угля. Здесь у нас 150 миллилитров. Вот такой вот шампунь скраб. Сколько он у меня будет в использовании, также не могу сказать, но я его использую именно два раза в неделю, как в принципе и заявлено, потому что слишком часто его просто нельзя использовать. И также ставлю вот такую вот малышку с компанией И фраши. Вот такую малышку 50 миллилитров. Здесь у нас шампунь восстановления для поврежденных волос. Вот такую малышечку я ставлю. Все-таки хочу в этот месяц доиспользовать малышки. Все говорю и как бы не могу все это доиспользовать. Все по 3, да, также будет 3 геля для душа. И первое, что я ставлю в использование, это с компании Faberlic. Это летняя серия Мексика. Здесь у нас голубая агава и песофлора. Да, такой летний аромат, даже я бы сказала, какой-то такой вот летней морской волны, что-то такое летнее. Разбавь будни пестрыми красками, так оно и есть. Здесь 250 миллилитров, никак не хочет. Вот наконец-то сфокусировалась и опять. Вот такой вот голубой, напоминание о море, я хочу использовать еще и в августе месяце. Следующий гель для душа — это также компания Faberlic. И это у нас лимитка весны, изысканная орхидея. Моя любимая орхидея. Фокус, конечно, никак у нас не хочет. Гель для душа, изысканная орхидея. Это что-то с чем-то. Это супер летний
Даже не весенний, супер летний аромат. Здесь 200 миллилитров. Чарующий цветочный вальс приглашает сокрушиться в нежном танце. И это действительно так. Аромат изысканной орхидеи пленяет, а нежная формула геля бережно очищает кожу. И я его ставлю в использование на август месяц. Вот такую вот красотищу. И следующее, что и фраше. 200 миллилитров. Здесь у нас миндаль и флер д'оранж, но по аромату последний он у меня. Аромат мне нравится, конечно, не очень. Посмотрю, может быть, и последнее начнем, конечно, использовать. И последнее, может быть, да, используем его в качестве жидкого мыла. Здесь 200 миллилитров. Аромат мне не очень нравится. Еще раз повторяю, здесь больше все-таки миндаля я не чувствую. Здесь больше все-таки флер д'оранж, такой зеленый аромат. Ну, пусть, конечно, зеленый аромат. Пусть маленько разбавим наши сейчас серые будни, да, скорее всего. Потому что сейчас очень скоро начнутся опять были дожди, да, и начнутся опять все-таки дожди, август месяц, что вы хотите ожидать. И вот такие вот три малышечки, в принципе, я начала уже использовать. Здесь вот в этой совсем маленько осталось. Здесь у нас по 50 миллилитров. Это гель для душа и ванны с органией и розой традиции хамама. Отличнейший гель, здесь они очень и очень даже густые, прекрасный аромат. И буду, конечно же, с удовольствием пользоваться. Следующее, для интимной гигиены у меня еще есть, я не все использовала в прошлый месяц, но ставлю еще одно средство, это средство Феминель компании Oriflame. Я не меняю на переправе коней, поэтому мне оно безумно нравится. И еще раз повторюсь и буду повторять, я альтернативы и замены этим гелем не нашла, поэтому использовала и буду использовать до тех пор, пока, ну, они, думаю, и будут выпускать. Почему? Потому что сначала был, значит, дизайн один, теперь другой, и стараются все-таки придерживаться своей марки. Это защитный гель для интимной гигиены. Здесь у нас 300 миллилитров, отличное средство, пользовалась и буду пользоваться, ставлю на август месяц. Следующее из жидких мыл. Также с компанией Oriflame я ставлю легендарную золотую серию и мою любимку 300 миллилитров. Это молоко и мед. Отличное мыло, очень густое. Вот эти вот средства именно концентрированные, ну просто супер. Также из недавних покупок я уже ставлю и начала использовать. Это с компанией Faberlic, лакомство для тела, малина и белый шоколад. Здесь отчетливая малина, сочная, ароматная. Ну, не мыло, а просто хочется, конечно, скушать, но нельзя. И третье из мыл я ставлю, это вот такое крем-мыло для рук с кокосовым молочком, нежное прикосновение и молочными протеинами. Супер мыло, кремовая текстура и аромат очень даже шикарный. Также продолжаем гель для умывания использовать компании Faberlic. Вот такая ботаника, василек и гранат. 100% польза ягод и трав. Да, действительно, кожу хорошо очищает. Все, что и нужно, в принципе, гелю для умывания. Свежесть и комфорт. Отличное средство. И дальше у меня также оно, еще одно есть в запасиках. И также будем использовать.
Из зубных паст у меня OptiFresh я ставлю в использование. Это Oriflame. Это защитная зубная паста система 8. Вы можете посмотреть, что она 100 миллилитров. Очень хорошая, всем рекомендую. Также никогда не использовали, но сейчас, так как в запасиках есть и решили попробовать, это Faberlic, это ночная зубная паста с черникой, серия Nuki, технология, собственная разработка компании, способствует восстановлению эмали зубов. Здесь 75 миллилитров, не знаю, вот такой вот мой супер цвет лавандовый. Ой, ну вообще просто какой-то шедевр. Будем надеяться, что и паста будет соответствовать вот такому лавандовому красивому цвету. И также с компанией Faberlic я ставлю, это мое последнее приобретение, сила минералов, активное укрепление эмали. Громко, конечно, заявлено, но может так оно и есть. Но вот в это я, конечно, не верю, что защита от кариеса, свежесть дыхания и забота о деснах. Как бы это я последнее взяла, ну, как последнее, взяла за дом, не дом Faberlic, Faberlic клуб обменивала на баллы. Поэтому взяла как бы. Больше мне все-таки предпочтение, больше я отдаю, конечно же, пастам с компанией Oriflame. Для ног я продолжаю использовать, у меня еще не закончилось крем-масло для ног компании Faberlic. Питание и восстановление с маслом оливы. Отличное, мне очень даже нравится. Но еще и есть, конечно. И также все бью-бью, не могу добить. Это вот таких вот малышек с компании Ифраше. Это все лимитки Нового года, 30 миллилитров. Это у нас снежная сказка с ароматом миндаля, а это у нас ароматный чай. Бью-бью, тут уже вроде и маленько, но перехожу к другому. В общем, наоткрывала я именно для рук. Кремушков очень даже много. И все-таки вот эти вот лимиточки хочу быстрее все добить и быстрее все доиспользовать. И последнее. Вот такой вот в использовании у меня дезодорант-антиперспирант. У дочери это спрей. Ну, не стала как бы показывать. Антиперспирант 50 миллилитров. Мне эти дезодоранты безумно нравятся. Я именно предпочитаю шариковые, дочь предпочитает аэрозольные. Поэтому вот такой мой, в принципе, уход. Мой и уход семьи. Там вот такие вот замечательные продукты. Те продукты, которые вот такое солнечное, да, хочется еще маленько насладиться, конечно, солнышком, теми теплыми днями, которые очень скоро нас покинут. Все-таки Сибирь, ну, климат не дать не взять, все-таки все равно суровый. Вот. А вам, друзья мои, мне хочется пожелать всегда отличнейшего настроения, счастья вам всем. Здоровья, любви. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Может быть, кому-то интересно по продуктам что-то более подробно буду рассказывать. Либо еще какие-то вопросы обо мне, если интересны вам, буду рассказывать. Если есть вопросы, наберется достаточное количество, конечно же, сниму отдельное видео. Продолжение следует. Видео я стараюсь сейчас выпускать, конечно же, каждый день. Продолжение следует. Всего вам доброго!